Видишь, наковальня так. Топор в дереве. В суке. Сук. А. Будет кем заменить, если что. Снайпер. Но, кстати, спорно. Мне... Очень спорно, блядь. Да. Фембера. Именно настолько. Нави, Нави, гати, гати, гати. Очень беспристрастная студия аналитики. Домой. За основной. Но это ненормально, ненормально, что ты можешь купить за 9 смотрите, долларов смотрите, шмотку. Оп, как оп, он оп, по красоте глянь стянул его. Иди сюда, чикс, все, до свидания. До дому. Я думаю, у них в TeamSpeak то же самое происходило. Ой, иди сюда, чикс. Особенно Атакбара, да. Атакбарская все так действительно и вещал. Блин, ну, Нави сделали пару ошибок. Они могли эту игру выиграть. Они внизу сделали главную ошибку, когда дали просто так первую линию нижнюю. То есть там Дизраптор умер и Близзи умер, по-моему. А, Близзи, да. Они врывались напали на Андерлорд. Подходит Лайфсилер, нажимает Рейдж, заходит вид Кристаллайза, пошла драка, Близзи, мьютед, Ассинейд залетает, пошел Брейнсап, дропнули, а Егис, а ему отдали Егис. Взорвали Лайфсилера, его просто унесло! Там же была табличка мины, ты что, не видел? Артур что-то тоже оценил. А? Причал, пирс, все дела, прогуливаются по пирсу два моряка. И один другому говорит: знаешь, я не моряк. Я же сказал, это на уровне. Друзья, в общем, присылайте нам такие анекдоты. Вы думаете, потому что есть дезолятор, есть блиндагер. Сейчас под руны как раз. Вот очень круто, через 15 секунд появляются руны богатства. О, прекрасно, вообще прекрасно. Это, конечно, очень весело и... Я уже слышу, что что-то происходит странное. Да, так вот, под 15-ю минутку, да, хорошо под 15-ю как раз минуту под руки. Ну вот они сейчас вот руны, мы видим, забрали. Нави 2, Empire забрали тоже 2 руны. Мы просим прощения за техническую неисправность. Кто-то точно кто-то уснул на пульте. Кто-то точно будет уволен сегодня. То есть это тот момент, когда Вилат кричит «Уволен!». Это реально тот момент, когда кто-то сегодня будет очень серьезно уволен. Но и у нас мы видим, тавр в миде просел, и тавр в миде было бы неплохо сейчас постараться как-то забрать. Но получится ли это сделать? Вот в чем вопрос. Тавр просевший снизу, Моден, Заяц, Заяц может... Заяц может за ним, да, вот ставит вот, веточку. Вот, это мы уже видели не один раз от Зайца, Моден уже понимает, что происходит. Да, переходим. 3 стака яда, Ассинейт. Заслипил Фишман! Фишман просто божи. Раз ты начал, я продолжу. Ребята, 14 июля выступаю на Атлас Уикенде, поэтому приходите на мое выступление, буду рад всех видеть. А нам билеты размутишь? Да. А? Саш, я тебе напомню, что 14 июля у нас с тобой эфир, но это такое как бы... Сань, да, конечно, размучу билеты, приходи. Если там, ну, если эфир не пропустишь, приходи, брат. Хорошо, договорились. Тут, если что, недалеко, как бы, да, от Уикенда, прям реально минут 5 пешком, и ты на месте, так что... Окей, все-таки немножко... Будет происходить на карте, но игру это будет комментировать мастера карт 60+, Каспер и Гатхан. Давно меня так, чтобы вот прям со смехом так представляли. Иногда аплодисменты.